на сервер. Вот он гад. Без прицел. Не, он прицел не сильно, сколько я видел. Кто по мне стрелял? НГО. Да я думаю, там опа. Да не стреляй по мне, Рэд. Здесь на ступеньках встречает один коридор. Че тут свет такой? А что это такое? Васп. А васп, он не закончится, он это самое. Блин, я в отпуске. Ой, пока на море ездил, столько премиум потерял. НГО ранит. Ну высунься, высунься. Блин, ну НГО убили, да? Да, один на мосту, отлично, а то он лез туда опять на самое. Один здесь на мосту, но он не может. Короче, пока никто это сейчас сделает. НГО пишет мне, наконец-то ты гол. По-русски пишет? Не, на английском пишет. Пойдешь пати, брат? Я был. Скучно мы там одна. А где этот регион? Тут ты. А. Блин, кто-то мне по голове. Ох ты! А он опять залез наверх, осторожно. Спрячься за этим. Он опять что ли залез? Да, он должен был залезть туда, потому что... Я его убил, смотри, что он порешать. Не, я просто думал, что он не успел туда опять залезть. Откуда он стрелял? Уже ниоткуда. А. Молодец. Тогда там один остался в коридоре. Подожди, а сколько их? Четверо. А почему я только двоих все время вижу? Давай я займу в точку. А вон там на мосту один. А как это... you are fucking... Annoying. Да ёлки зелёные. Не могу. Переведи это слово. Annoying — это что-то такое, ну... Я знаю это слово, но не знаю, как переводится. Я слышал это слово. Мне Эндуа написал, когда я его убил. На минутку осталось. Там да, и сверху там все. Ты, короче, пошел туда. Да, но ну, прикрывайте меня. Там раненый золотой, добивайте его, если можете. Скай, давай. Пофиг. Короче, точку прикрывайте. Давай. Прикрывайте, он там будет идти на меня. Первый раз на последних секундах сегодня делаем точку. Первый раз, когда выиграли, да, с тобой?
да. Сама нам тоже. Тоже на последний. Тоже думали, сейчас все уже свалим. Там кикнули парня, мне было грань, как я накинул. Зря потратился. Вне закона, ой, опасно. Руки, они меня убивают, а у меня посылка. Ааа! Ах, ну ладно, хоть не видит посылку. Ну они кикнули, а им того же дали, серебряного. Ранг не включается, есть, значит, скиллами. Ну ладно. Я не знаю, как это произошло, но спасибо, парень. А вот он в ухо не ожидал того выстрела-то. Раздражаешь тебя, насколько я знаю. Ах ты. Да, оно да. Что-то такое-то раздражительное, что-то такое, что-то. Да, да, да. У нас посылка. Забираем. О, пригодили. Нифига себе. Он уже заходил. Да, он сейчас он пойдет бронзовый, наверное. Потому что танки, на танках это самое, пошла проблема там. Короче, езжай. На танках пошла проблема, там денег игрушечных снимают очень много за то, чтобы играть. И единственное спасение это донатить, короче, чтобы играть там. Да, там стали такая система, что и поэтому, вот видишь, он теперь... Я так думаю, поэтому, потому что там надо. Ну, как мне этот объяснил, ну, Рипер, что там теперь без премиума. Короче, там ты зарабатываешь за миссию, допустим, 10 тысяч, да? А чтобы отремонтировать машину и играть, надо 30 тысяч заплатить, короче. И без премиума там невозможно, короче, все это организоваться. У кого посылки? Где вы? Там сразу же граната. Там этот НГО. У тебя посылки, Вадим. Блин, сзади снайпер раненый. На респаунте машины. НГО, конечно, странно. Не, ну, Илик очень хорошо играет. Он сверху НГО. Да. Второй уже. Что-то НГО всех кикает, подмогу зовет. Выиграть хочет. Да. Я проявлюсь на твоей машине. Так выглядит круто, да, машина. Мне нравится. Рипер рисует он сейчас ее. У меня двухслотовый купил. Рисует. У меня 4 на 4, я бы на такой бы покатался. На, в этом, в корабле. Сзади. В помещение забежим. Один так на корабле, смотрите, осторожно. На корабле где? Напротив, дочки в этом. Вроде бы. Потому что мне дали подмогу заказать. А, ты убил его, нет? Химлин. Он химлин какой-то странный. Он заходит в игру, но он сидит в общем. Я его ни разу не видел, чтобы он играл в войну. А он рисует очень много. Это же его, он нарисовал. Это мы им посылку везем или они? Я. Уж не видно, видно, что посылка. Тормози. Я в курсе. НГО был на корабле, короче. Пусть там и сидит. А, нет, он уже тут. Ты видишь его где?
Сейчас увидишь. Что-то у меня с ними вообще меня отвобит какой-то мальчишку. А то было. Сейчас 100% что-то отпишет. А ты его убил? О, я пойду на крышу этого дома. Сейчас буду сверху. Ой, куда ты едешь? О. Да. Где он? Где он вообще? Где он? У него, наверное, точка на экране, знаешь, и с этой точкой можно без прицела играть. Можно. Где он? Этот Андон. Блин. О, отлично. Машина рядом. На Е, на Е, на Е, на Е. Там еще на Е, я вижу. Прикрываем Омона. Бежите, пойдем. Ну тут плохо, что это будет 4 человека. Ты снимаешь, да? Ну да, но у меня что-то не идет, я наверное. Что тут, если я буду показывать. Ну ладно, посмотрим, как может быть. Этот раненый. Да что такое? Еще один. Сзади, Блэк. Блин, я поздно увидел. Карма. Не кто убил. Там вот так. А где он? Ага, вижу. А, меня с другой стороны. Машина все. Надо точки ее. Блин, бежит. А! Ёлки. НГО за здесь, за забором бегает, напротив, на С. На С? Да, вот. О, ёлки! Спасибо. А то я его не видел. НГО там за забором, на С, вот за красным забором. Короче, я сейчас гранату туда брошу. Вот там вот. Ага. Вон он прыгает там. Осторожно, да, Омон. Гранату. Эх, блин, тварь. Бесит. Тихо, не ругайся, тихо, тихо, тихо. А если бы ты так играл? Мне можно. Он, Омон, 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 Омон. Да и что мне надо? Канал один упустился. Что, наверное, не читил. Просто не задавать какой-то. Может быть, через раз, может быть, не знаю. Ну да. Нормально играешь. Где НГО? Я не могу найти его. Вот он, меня стреляет. Там же, где это, ага. Фух, спасибо. Прям чисто везение так. Это... Вон там. Надо линейки купить. Смотри, там вот это дело. Я в него попал. Блин, я попал. Попал. НГО, видишь? 6-10. Кикал, кикал, кикал.